скажет о бывшем военном, а ныне искателе приключений. Его имя остается тайной по сей день. Все знают его под псевдонимом Мичелом. Старая карта ведет его к таинственному замку. Ему нужны лишь сокровища. Что ждет его на этом длинном пути, неизвестно. Ведь до замка еще надо добраться. А сам замок наверняка усеян ловушками, и не только. Хватит ли ему сил и терпения дойти до конца, и существуют ли вообще эти сокровища? Быть может, это лишь старая сказка, в которую ему так хочется верить. Здесь и начинается приключение Мичелома. А где и как оно закончится, покажет время. Вас слишком мало! И это все?
вас слишком мало!